或者说我说你说我出去工作，不要，我会对你说一些那个事儿，然后那个我想想跟你说，但是这个就是，就为了跟他出去，就是有点什么，被什么照顾。Перезвоните в магазин. А вот 333. Проверим, насколько теория верна. Mm-hmm.
Фу. Ты не больше я не сделал. Хочу посмотреть, как этот себя проявит. Его же долго очень делать. Я его сколько делал, помню, вытаскивал, затаскивал. Mm-hmm. Плюс потеря одного бойца из отряда. Книги не нахрен мне. Куда я его выкинул? В общую кучу? Здравствуйте, сервис Макита. По перфоратору по вашему. А чтобы ему фотку отправить, это надо же телефон записать в контакты, да? Как это? О, хорошая, ну да. Ну, чтобы его увидеть в Вайбере. Правильно я думаю? Да. Thank you.
Достань, Серег, специнструмент. Серёж, ты себя успокаиваешь? Себя успокаиваешь? Чем? Ну, еще чуть-чуть осталось. Кого чуть-чуть осталось? Ну, ты говоришь, чуть-чуть осталось. На белое действие. Ну, какая там машина стоит? Помни, ты как крутил на коленке. Короче, ты хочешь воспользоваться служебным положением. Не, ну, в теории, конечно, я тебе позволю, если ты мне стул не сломаешь. Не, смотри, ты можешь сломать стул,
Ты можешь сломать стул, но ты обязан мне сказать. По почте. Короче, это во сколько ты сейчас хочешь? Да. Обалдеть. А, говорю-то. Надо, блядь, отрывать, зачищать, обезжиривать, как представить. Не, ну понятно, что надо так вот обезжирить. Тут так вот оторвал чуть-чуть, туда намазюк придавил. Ну да, да. Возьму, попробуем, запью. Раз он нашел еще один.
Женя. Далее. Хорошо. Угу. Угу. Да, вам какой из миксеров? Как вы хотите забрать? Вы фамилию хотя бы скажите. Вот, это другое дело уже, да. Сейчас, секунду. Так, хорошо. Алло? Скажи так. Ребята говорят, они написали тем людям, они еще не ответили. Они сказали, подумаем. И все, и так и пропали. Да, да, до свидания.